Всем привет! Получил посылочку из Китая, с Алиэкспресс. Сейчас глянем, что у нас тут. Так, открываем. Так, сюда пакетик. Так, о, прикольно, кепочка моему малому пришла для ребенка. Так, ну это быстро, однако. За две недели пришла кепка. Так, ну что, в принципе, как на картинке. Все совпадает, все хорошо. Вроде бы. Только вот здесь значки какие-то не. Они, кажется, приклеены. Ребят, если стирать, то, конечно, они подклеятся. Было бы неплохо, если бы они были пришиты. Но значки приклеены, это минус. Явно. Хотя, да, они отрываются. Параша. А кепочка, в принципе, неплохая. Вот такая вот кепочка пришла. Ну, вот если бы, конечно, не вот эти вот наклеечки.